Ремонт дорожного полотна на улице Гоголя прошел еще год назад, в 21-м. От перекрестка улицы Черновицкой до БСМП. Объем внушительный, а сам ремонт тогда очень ждали. Жаловаться стали спустя 9 месяцев. Начали придираться прямо с самого начала отремонтированного участка. Мол, парковка есть, а не оборудована совсем. Где же бордюрный камень? Ответ оказался прост. Бордюр отсутствует, но он отсутствует на месте для стоянки для машин, которая изначально существовала на этой дороге. И при ремонте этой дороги, по предложениям жителей, мы не стали ее закрывать бортовым камнем, для того, чтобы сохранить парковочные места. Пожаловались и на мусор, притом решили, что куски асфальта лежат тут с момента окончания ремонта дороги, то есть минимум 9 месяцев. В управлении благоустройства города заверили, что мусор свежий. Кто его оставил, еще предстоит выяснить. А вот убирать будут службы города. Строительный мусор убрали быстро, совместными усилиями. Также были обращения в части установки люков смотровых колодцев ниже покрытия проезжей части более чем на 10 сантиметров. Также при проведении проверки данные факты не подтвердились, но в случае выявления этих фактов подрядчик в рамках гарантийных обязательств обязательно приведет эти люки в нормативное состояние. Недовольные указывают на улицу Шевченко, мол, тротуар отремонтировали, а бордюр не поменяли. Ответили на это. Чтобы бордюрный камень заменить, придется разрушить новый тротуар. Проектировщик от этой идеи отказался. Да и бордюр на данный момент свою задачу выполняет. А вот на отремонтированном участке улицы Татарской вновь пожаловались на большой зазор между канализационными люками и дорогой. Этих недостатков попросту не обнаружили. А если все-таки найдут, подрядчик обещает исправить в самое ближайшее время. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».